Партнер программы – клиника эстетической стоматологии «Голодент». Ну как вам? Спасибо, нам очень все понравилось, здорово. Да, вы волшебный. Мы очень рады. Замечательно, да. Сейчас. Конечно. Да, но это сертификат не нашего салона. Москва. Как не ваша? Вот написано «Город Москва». Марго, ты хоть раз можешь нормально что-нибудь сделать, а? Ну что за ерунда? Могла посмотреть, что он сует? Ну как будем рассчитываться? Дайте нам 10 минут. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Хорошо. Балда! Алло, Олесь, привет, это Карина. Слушай, а помнишь, я тебя выручила, да? Ладно, давай, перезвоню пока. Мамуль, привет! Да, в саду? А, ладно, да, перезвоню. Алло, бабуль! Бабуль, ты моя последняя надежда, ты пенсию получила? Блин, ладно, давай. Алло, здравствуйте, это бабушка Карины? А, здравствуйте, Маргарита, а вы скажите, вы пенсию еще не получили? Трубку бросила что-то. Алло? Сергей Николаевич, здравствуйте. Это Карина Борщевская. А, да, я хотела бы взять у вас в долг под проценты. Сергей Николаевич, здравствуйте. Это Маргарита. Сергей Николаевич, я хотела бы у вас попросить денежки под процент. Какой процент, прости? Нет. Что нужно сделать для этого? Сам у себя, Сереженька, бери такой процент. Алло, Жень, привет. Это Маргарита. Ну, Марго, веду тебя на канале программу «Начни с себя». Да чё? Жень, а ты не могла бы мне зарплату вперед на год дать? Кто сумасшедший? Ну ладно. Я созвонилась с руководством. Есть способ вам помочь. До свидания, ждем вас вновь. Всего доброго. Это спа-салон. Я чувствую себя королевой.
Я даже не знаю, что сказать тебе на это, потому что ты мой текст сказала. Блин, ну говори мой, что тебе, че паришь-то? Давай, давай, быстрее. Логично? Да. Теперь вопросы. Да, пахнет дороговизной. Ну а что она говорит, как дороговизной? Я хочу здесь умереть. Я хочу здесь родить ребенка. Я хочу здесь зачать ребенка. Ой, извините. Я хочу здесь умереть. Я хочу здесь родить ребенка. Я хочу здесь. Ну это очень смешно, зачать ребенка. Давай. Ой, давай. Карина, поверь мне, это чудо-аппарат, это нанотехнологии. Давай. Ну что такое произошло, что ты меня выдернула в 9 утра? Ты что, опять замуж выходишь? Нет, все намного круче. Угадай, да? Извините. Здоровый мужик. При галстуке, на галстуке. Смотри, можно я не буду говорить в галстуке? Ну я не... В галстуке. Современная клиника эстетической стоматологии «Гладент». Наша клиника оснащена современным оборудованием и материалами. Вас встретят чуткие и отзывчивые специалисты. Время, проведенное у нас, не оставит у вас неприятных воспоминаний, которые обычно бывают после посещения стоматолога. Отлаженная в течение нескольких лет система позволит вам чувствовать себя максимально комфортно с первых минут пребывания в нашей клинике. Стоматология в Уфе – это «Гладент». Стоматологические услуги – это наше призвание.